Улицы Махачкалы превратились в реки. Видео потопа мы получили от нашего гражданского журналиста через приложение LiveCor. В столице Дагестана за сутки выпала месячная норма осадков. Система водостока просто не справляется с такой нагрузкой. И сейчас затоплены центральные улицы, базарная площадь города. А машины с опаской плывут по дорогам. В наиболее проблемных точках работают городские службы, но вот пока прогноз неутешительный остается. Синоптики предсказывают и новые ливневые дожди.